Всем привет, с вами канал GameTop, это игрушка Пентовар. Я, короче, решился купить себе спутника Ратиона, который будет замесь меня поднимать дроп. Почему я решил его купить? Потому что я маг, я валюсь на расстоянии, а после каждого убийства моба, убиваешь моба, вот там где-то метров за 20, короче, убиваешь того моба, и чтобы подобрать дроп, нужно подбежать, поднять. Убиваешь, подбегаешь, поднимаешь. Это очень большая трата времени. Припустим, миличником, если играть, то ты по-любому подбегаешь к мобу впритул. И ты когда убиваешь его, дроп у тебя лежит под ногами. Ты просто поднимаешь его. А когда ты бегаешь магом и убиваешь мобов, дроп падает фиг знает где. И постоянно бегать, поднимать этот дроп очень сильно напрягает. И потом я себе, короче, влил 250 рублей. Куплю себе самого дешевого Ратиона. Мне пофиг, он красивый, некрасивый, лишь бы он поднимал все, что валяется на земле, лишь бы он поднимал это все. А то мне вручную это пипец как напрягает делать все. Так, торговец спутниками. Так, магазин. Ищем самый дешевый, это самый дешевый 250, 500, 700, о, грифон какой-то, рыцарь, феникс, часто выкупаю, фениксы бегают. Вот еще какой-то... Сердце. А, сердечко. Не, фу, сердечко, фу. Так, 500. Так. Наверное, больше по 250. А вот какой-то есть мартышка. Мартышка. Может, мартышку взять? Давайте мартышку возьмем. Тренер. Так, смотрим. Я ее одел. И где она? А, ее по идее призвать надо. Так. Ну. Почему я не вижу никакой мартышки? Ой, так. А, вот оно. Вот такая макака. Летает на какой-то тучке. Так. Получается... Трюк это чисто фигня какая-то полная. Так. Призвать и отозвать. Все. Теперь нужно пойти его потестировать. Как он собирает дроп этот. Так, сейчас в город побежим. Так, репортироваться. Так, по идее этот квест сделал. Я вроде прокачал 25 уровень. И возможно можно пойти скиллы прокачать. Так. Не лагай ты, блин. Так.
вот скилл. Не тот. О, квест готов. Следующий квест — наемник. Да, возьмусь. Так, сразу посмотрю, где этот квест набивается. Какой-то босс появился, фиг знает, где он появился. Так, увеличить квест вот здесь. В принципе, можно продаваться в замок, из замка сюда пешком бежать. Нормально. Можно пробежаться только там рядом замок темных эльфов, и там очень много этих темных эльфов бегает. Кстати, пока я квесты делал, меня уже 7 раз убили. Вот, циферка 7. 7 смертей. Жесть. Бегают и контролят мобов всяких, типа меня. Так, учите меня. Один скилл только. Шо он... Короче, просто повышает броню мою. И все. Так, неинтересно. Ладно. Бафаемся и будем идти делать квест. Потестируем нашу мартышку. А ну стой, хочу рассмотреть его поближе. Знаете, на кого эта мартышка похожая? Учитывая, что на моем канале куча людей, которые смотрят Танзипанду, и там есть такой питомец, макака, которая призывает копий. Вот что-то похоже на эту макаку, только такая няшная версия. Че смеется? Так, баф. Баф. Твой баф. И побежали. Побежали. Мне бы оружку купить получше. Мне бы шмотки купить получше. Мне бы бижу купить получше. Бабла нема, нищеброд. Так. Так. Крепость. Из крепости бежать по квесту куда-то в сторону. Загружайся. Древний. Мой древний компьютер. Долбануть бы тебя чем-нибудь с ножины хотя бы. Сколько ждать? О, наконец-то! Так. Да, по идее. Кристалл перемещения нам сюда. И потом сюда бежать. Далековато, в принципе, бежать. О, тут толпа тусуется. Токс. Токсеры, блин. Что они тут делают? Собираются куда-то. Куда эта толпа такая? Молчат. Ну, фиг с вами. Не хотите рассказывать, ну и не надо. Так, я же правильно бежу? Бегу. Ну, вроде правильно.
сейчас кто-то пыбых из-за дерева выбегает палкой по лбу, дубинкой по лбу, с кулака подыхало. Чё ты стал? Так. Оно подлагивает, потому что я настройках поставил видимость персонажей на максимум, очень далеко поставил, чтобы если кто-то на тебя бежит атаковать, чтобы пораньше это заметить и попытаться, наверное, убежать. Потому что я никому не могу пиздюлей дать. Так, ой, долго еще бежать. И по пути нема ни одного моба, чтобы этого агатиона проверить. Он поднимает дроп или не поднимает? О, что это? А, это дерево какое-то. Дерево мне не надо. Так, камеру нужно обязательно постоянно по сторонам крутить. Ну, какие-то мобы, оно. Желтые. Красный моб есть. Так, я вижу дохлого эльфа. Его ж кто-то убил. А, его моб, наверное, убил. Лошара такой. Хотя у моба полное хп. А ну, проверим, так. Ой, я слабо бью. Да, дроп. О, хуман. Тикаем. Лучник, я маг. Против мага лучник — это самое страшное. Лучники и дагерщики. Против мага — это страшное дело. Так, вот так сделаем. Я не хочу с лучником биться, он меня, короче, быстро убьет. У меня броня вообще тупо. За квесты получил там левеле на 16-м. А то в той броне и бегаю. Так, короче, агатион работает. Получается, если я моба убиваю, все, что падает с моба, автоматом падает мне в сумку. Но если что-то на полу валяется, агатион сам поднимать этого не будет. Хотя, я бы хотел, чтобы он поднимал сам. Так, сколько там бежать еще? До самой вышки бежать. Ой, лагает как. О, кто там бежит? Темный эльф. Что-то слишком много он там попризывал себе существ. Не хочу с ним биться я. Мне сыкотно. И вон темный эльф. Я же говорил, здесь база темных эльфов. И здесь куча темных эльфов бегает. Короче, я до квеста фиг дойду. Мне кто-то здесь поймает, просто убьет и все. Хотя вот по идее уже квестовые мобы. Так, на гору залазим. Тут моди в кустах меня не заметят. Я спокойненько поубиваю крыс этих.
сколько мне их нужно убивать. Что-то было. Не ту кнопочку нажал я. Не, это не квестовые мобы. О, они квестовые. Он меня заметил, походу. Темный эльф. Лучник, блин, ненавижу этих лучников. Вот просто база этих темных эльфов. И квест тупо у них под базой. Уходи отсюда, чувак. Вот гнида. Там их целый клан, блин. Короче, на квест можно забить. Их там целая толпа стоит. Их там целая толпа стоит. Эй, а ты чё сагрился? Темные эльфы, везде темные эльфы тусуются. Так, так, сейчас надо прячу себе-нибудь и посмотрю, где еще есть квесты для меня. Так, а что квест? О, квест. Так, открываем карту. Ага, вот где квесты. Это далеко и сильно. Это очень далеко. Но здесь как-то опасно очень. Он бегает. Ну, ко мне, падла, бежит. Ну тебя в пень, оттекаю отсюда. Двое, блин. Короче, квест я не сделаю. Наверное, придется как-нибудь потом сюда бежать. Или ночью заходить сюда бежать.
Короче, нужно туда паркироваться. Здесь тупая беготня, которая ни к чему не приведет. Заряд камеры глянул. Шо, ты под дождь попала? Оторвись хоть от своего внимания. Я только сел. А что ты до этого? Монтировал. Компьютер был занят и монтировал. Иди полочку глянь, которую я сделал. Чтоб обцарапались все туфли оттуда. А как тут полочку сделать, ты хочешь по-другому? Скажи. Прямо, чтобы на нее можно было поставить, а не туда засовывать. Ты не шаришь вообще. Обувные полки здесь и так несколько так делаются вообще-то. Хорошо, белые лакированные туфли я туда засуну еще, я их вытащу по царапан. Да и не засовывай туда, их поставь на пол, значит. Куда можно портануться отсюда? Город... Нема городов. Посты. Деревня волков. Только сюда. Я его по 40 бью, блин, нифига себе. Он под ультой какой-то, по идее. Убили. То на крутой дагерчик. Если он его убил. Ну, понятное дело, ПВП ему засчиталось. О, отлично, блин. Дроп поднимать не надо. Просто бегаешь, стреляешься. Все в сумочку складируется. Так, здесь по идее одни эльфы бегают. Так что особо бояться, что кто-то тебя придет и убьет, не стоит. Хотя, что там впереди, какое-то мясо непонятное.
Что там впереди за мясо непонятное? Все ж свои бегают, да? Ну да. Удобно очень, конечно. Бегаешь, по два удара делаешь. Так, у меня баф кончается мой. Короче, такой урон ровно хватает на два выстрела в каждого моба. Ровно хватает. Так что для меня эта локация просто идеальная для кача. Ссылка, конечно. Тяжеленькая такая. Ну, там за забором толпа стоит мобов. Надо пойти там перебить. А то на поляне не появляются. А там за забором появляются. Так, что тут хаваетесь, а ну? Вы чё? Толпой? Че ты ей толпой? Хм-х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 м
идти не мог. У меня, блин, ХП не полное, не вовремя. Блин, появляются быстрее, чем я их убиваю. Если не мог, я тоже хотел побить его. Я не успею. Ладно. Ладно, ладно. Красный моб. Как я бы не заметил, блин, уже убивают, добивают его. Лажа полная. Надо контролировать красных, синих мобов. Там уже кучу шмота дают. Не шмота, а кусков кучу дают. И опыта, и СП. Куда он побежал, так как будто кого-то заметил. У него там лопа какая-то странная. Выкупала? Задняя. Он же кульгает, бегает. Может, врать просто хотел. Yeah.
прокачал. Ну, процентов 70, наверное. Не агрится просто так. Не, не агрится. Ой. Короче, буду эту поляну фармить. Наверное, пару левелов. Так, ладно, пока для видео хватит. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Бай-бай. Бух!